Всем здорово. Как дела? Потихонечку ослабляется режим самоизоляции. Заехал в гаражик. Скажу честно, я сюда несколько раз уже заезжал, но в эти последние месяцы я его использовал не по прямому назначению, я его использовал как склад. В общем, почему я приехал? Приехал я по одной простой причине, потому что после сезона дождей, которые у нас наступили, вон там вот внизу, мне затопило подвал, к хренам собачьим. Сейчас там воды нет, практически нет. Я потом ставлю на монтаже, что там и осталось. Там совершенно чуть-чуть, я уже слазил туда, посмотрел, но на всякий случай купил. Насос дренажный пригодится. И на даче пригодится, и здесь пригодится в таких случаях. Стараюсь сегодня воду откачать. Что по тачке? Тачка стоит тут несколько месяцев. Попробовал ее завести, не получилось. Тоже вставлю на монтаже, как я это пытался сделать. Подключил аккумулятор, но нифига, потому что, ну, сел он, к хренам собачьим, сел. Даже и 10 вольт не показывает, но ничего страшного. У меня зарядка есть, плюс там электролит уже немножечко, скорее всего, под... Надо, короче, его обслужить. Это проблема пустяковая. С этим мы справимся. Что еще? Здесь все без изменений. Единственная охлаждайка, ну, все, до конца ушла. Но здесь она осталась, кстати, парни. А это подтверждает одну из теорий, которую мне скинули в комментарии. Обожаю читать комментарии, и иногда это бывает даже очень полезно, потому что много всего нового узнаешь. Действительно, очень хороший вариант подкинул мне один из зрителей, сказал, что, возможно, во всем виновата именно перепускная пробка, то есть проблема подтекания шлангов не в самих шлангах, а в пробке. И это очень сильно похоже на истину, потому что если пробка уже не исполняет свою основную функцию, а ее основная функция перепускать. Вот он, перепускной клапан. То есть, когда создается избыточное давление в системе, она открывает этот клапан. И, собственно, для чего нужен этот расширительный бачок? Чтобы лишняя жидкость уходила в расширительный бачок. То есть, когда температура повышается, жидкость... Получается, объем жидкости. Ну, блин, не буду, короче, вам вот эту вот сейчас лекцию устраивать. Те, кто поняли, те поняли. То есть, расширительный пачок у меня ни хрена сейчас не работает, скорее всего. Поэтому попробую заменить эту пробку. Но раз мы купили все-таки патрубки эти супер-пупер красные, надо ж их будет поставить. Обязательно поставим. Но сегодня я тачкой заниматься не буду. Сегодня буду заниматься водой. Но так чисто решил хоть вам показать, что здесь как. Все нормально. Живем потихонечку. Потихонечку возвращаемся к полноценной жизни. Еще один ништячок лежит. Потом о нем расскажу в основном видео. Все. Как-то так. Не болейте там, ребят. И до связи. Пока-пока.